M4 F82. Установка Sport Boost пайпов и Charge пайпов. Прочность штатных пайпов не рассчитана на увеличение надува турбин. Со временем пластик теряет свою прочность и под воздействием тепловых нагрузок дает трещину, что абсолютно исключено при установке спортивных пайпов, изготовленных из алюминиевого сплава. Также еще пару немаловажных моментов. Наши спортпайпы укомплектованы вот такими вот усиленными силиконовыми патрубками, которые более эластичные, нежели штатные, и максимально плотно прилегают к пайпам. Также в комплекте идут такие вот хомуты с повышенной площадью обжима. В общем, все эти факты позволяют конструкции впуска быть максимально надежной и не слетать вот этим вот патрубком при повышенном бусте, когда наш пилот топит на все деньги. Как, собственно, на сегодняшней машине. Клиент обратился к нам по причине того, что штатный патрубок трубки на буст-пайпах не выдерживают Stage 2 увеличенного надува и слетают, когда обороты уходят в отсечку. При Stage 1 до 90 лошадиных сил их вырывает на отсечке. При Stage 2 до 150 лошадиных сил патрубки могут слетать уже на средних оборотах. Также, как правило, спорт-пайпы имеют подготовку под форсунки водометанола. Вот они, видите, здесь есть с двух сторон. И на буст-пайпе тоже. Немного о функциях впрыска водометанола в турбодвигателях. В первую очередь, это уменьшение температуры нагнетаемого турбиной воздуха. При впрыске водяной туман активно снижает температуру надувочного воздуха в впускном коллекторе. Чем прохладнее воздух, тем он насыщеннее кислородом, что ведет к увеличению мощности двигателя на 15-20%, экономия топлива примерно на 10%. Особенно водометанольное охлаждение актуально в момент высоких нагрузок, когда увеличивается степень сжатия надувочного воздуха, что прямо пропорционально увеличит его температуру. Также мелкодисперсный водяной пар обладает высоким коэффициентом теплоемкости, чем сухой воздух, и при такте сжатия забирает на себя огромное количество температуры, что снижает риск детонации и, как следствие, увеличивает срок службы поршневой группы. Что касается BMW, то первой моделью, где была официально применена технология водного впрыска, стала F82 M4 GTS. Впервые M4 GTS выехала на дорогу в качестве Safety Car в гонках GTM в 2016 году. Массовую продажу GTS поступило только в 2017 году, но как массовую? Примерно было выпущено 700 экземпляров на весь мир. Из них квота в Россию составила всего 4 машины. На сегодняшний день по факту по России катается всего 2 тачки. Ну ладно, спустимся с небес, продолжим установку наших пайпов.